Николай Георгиевич Гарин Михайловский. Дневник во время войны. Читает Евгений Бразов-Брюшковский. Двадцатое мая. Ляо Ян! Под этот возглас я просыпаюсь. Ко мне врывается несколько человек. Представьте себе, не наврали. Один корпус двинулся к югу, но все остальное на месте. И в Ляо Яне так спокойно, как будто и войны никакой нет. Настроение великолепное. Неудачи никого не смущают, и их даже слушать не хотят. Один начал было рассказывать, ему закричали. «Замолчите, довольно!» «Да ведь и понятно совершенно», — говорит Сергей Иванович. «Не пришли же люди наводить на самих себя уныние. Люди твердо решились победить или умереть и беспредельно верят в успех дела. Нет, настроение прекрасное. Армия, как один человек. Так что, победим?» «Никакого сомнения». Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин. Полное собрание сочинений. Том 6. Петроград. Издание товарищества «Маркс». 1916 год.